Абакумов Патрик Джон! Аплодисменты! Патрик Джон Жан-Батист Абакумов в предыдущем туре буквально зажег зал своей песни. Образ тинейджера-хулигана очень гармонично смотрелся с выбранной песней. Зажигательная манера пения не покинула мальчика и на отборе песни для следующего тура. Второй песней стала композиция на английском языке, которым мальчик весьма неплохо владеет. Иностранные песни привычнее для мальчика. Это заметно по манере петь, даже при исполнении песен на русском языке. Мы похвалили музыкальный вкус Патрика Джона и предложили ему остановиться на второй песне. Именно в ней мальчик сможет раскрыть свои голосовые данные. Патрик Джон Абакумов, своя известная вещь. Ну что, дорогой, как ты считаешь, все нормально ты выступил? Доволен своим выступлением? Не очень. Не очень? Ну, каждый артист не очень должен быть доволен своим выступлением. Это есть как раз такой момент роста, как артиста. Ну а что скажут наши члены жюри? Послушаем их. Алексей. Давай я в конце скажу. Нет, давай теперь все-таки. Он был крут. Давайте я начну. Да? Хорошо, Кристин, пожалуйста. Патрик, во-первых, ты шикарно выглядишь. Во-вторых, у тебя природа, я о ней могу очень-очень долго говорить. Очень долго.
У тебя очень хорошие данные. У тебя очень хорошее чувство ритма, музыки, всего, да? Да, и стиля. Тембр, стиль. Да. Вот все. Природа, конечно, ты богом целованный, точно тебе говорю. Но работы очень много надо, очень много. Во-первых, с дыханием что-то, да, то ли ты переволновался, я не смогла до конца определить, вот. И что-то ты между регистрами начал, да, гулять. Но ты не расстраивайся. Ты не расстраивайся, потому что у тебя великолепное будущее, если ты будешь работать над собой. Потому что, я тебе еще раз повторяю, у тебя просто великолепная природа. Сейчас все, что ты делаешь, благодаря своей природе. Но природу надо развивать, мой хороший. Тебе удачи, успехов и моя оценка 8 баллов. Спасибо большое. Согласен ли Максим? Патрик, скажи, а что конкретно... Тебе сейчас задали вопрос, что тебе понравилось твое выступление? Ты сказал, не совсем. Что конкретно тебе не совсем понравилось? Я спел плохо из-за того, что я не распетый. Тебе было неудобно петь эту песню? Да. Тебе всегда неудобно было эта песня? Нет, просто другая фонограмма, поэтому неудобно. Что-что? Другая фонограмма, тональность песни, может вообще быть, не твоя. Другая, да. Вообще эта песня, она вряд ли сейчас, она очень сложная, и там очень должен быть большой диапазон голоса, чтобы ее спеть, так как она поется. Конечно, переходы вот эти, последнюю ноту ты взял фальцетом. Там, взял ее фальцетом вообще. То есть это не голосом было, это на придыхание как-то там, это все не то. Она не должна так звучать, эта нота. Ну, это чисто технические моменты. Конечно, что там говорить, ты очень большой, у тебя дар природный. А моя оценка 7 баллов. Я поставлю тебе 7. 7 баллов. Анна, что скажете? Не знаю, мне кажется, он был крут. Так, это ваше право. Да. Я согласен. 9 баллов. Сколько? 9 баллов. 9 баллов. Спасибо большое. Алексей, настало время вам. Настало время меня. В чем вопрос? У нас, оказывается, мы выяснили, да, что порекомендовали конкретно эту песню. Да. Говорит нам исполнитель, что не та фонограмма, к которой он готовился, то есть... Нет, он не сказал, что это не та фонограмма. Он сказал, что та фонограмма... Другая была. Просто другая. Сказал, другая, не перефразируйте. Другая. Да, другая. Ну, там, наверное, были бэк-вокал, да, который тебе помогал. Наверняка, естественно. Там несколько фонограмм, я знаю. Да, в основном все равно идут. Разные тональности. И тональности разные, но да. Везде же бэк-вокал, который им помогает. Они, видишь, учат с бэк-вокалом, я извиняюсь, Алексей. Да, да. А потом, когда уже для конкурсов, где не требуется бэк-вокал, да, то есть они ставят, они, дети, начинают теряться. Потому что он-то готовился к одному. Конечно, потому что это хорошая поддержка вокалисту, конечно. Вот. Много нюансов есть, которые по факту от него не зависели конкретно. Это я вот, как я мыслю. И я для себя думал, что будет единственное выступление, за которое я, если бы я готов был заплатить за это деньги, чтобы прийти посмотреть, тогда поставлю 10. И вот я готов был заплатить деньги за то, чтобы прийти посмотреть на то, что сегодня происходило. Вот конкретно это выступление. Ну, мне очень, правда, понравилось. Потому что, знаете, когда я увидел, то есть... Мне почему-то кажется, что вы оправдываетесь. Нет. Если понравилось, значит, говорите, вам понравилось. Я объясняю у себя мысли. И вообще, да. Я эту фразу придумал еще в начале, между прочим. Поэтому она должна была ба-бам сейчас прозвучать. Да, вот он раз разбежался, и пошло, мне кажется, все лучше. Когда он немножко потанцевал, и сразу прям... Да, танцы это было. После танца сразу... Понимаешь, он очень, очень талантлив. Я вот, знаете, не буду рассказывать. Природа, не природа. Он все понимал, что ему говорить, он занимается. Мне прям кажется, молодец, и я ставлю 10. 10 баллов! Это мое решение. Алексей, спасибо большое.